Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем городе знаменательное событие. Сегодня мы встречаем в храме Владимирской иконы Божией Матери мощи святого Георгия Победоносца, покровителя нашей столицы, города Москвы. На гербе Москвы он изображен. И мы знаем многие случаи его заступничества, в том числе и Великой Отечественной войны, войне за нашу страну. Именно в его праздник, 6 мая, закончилась война, а 9-го была подписана капитуляция Германии. Также и сейчас, в это смутное время, которое мы с вами живем, мы обращаемся к этому святому за помощью, за благословением, за поддержкой наших воинов. И сегодня многие люди приходят и молятся у мощей этого святого, прося его заступничество. С праздником, дорогие друзья! Как всегда, на доброе дело, тем мечты надо. Светлана, сегодня замечательный день. У нас привезли мощи святого Георгия Победоносца. Да, это великое событие, конечно, в жизни города и всех верующих. И вообще в жизни нашей страны. Крестный ход, который патриарх благословил, это вообще удивительное событие, которое охватывает всю нашу страну. И каждый регион встречает эту святыню с особым благоговением и с трепетом, я бы так сказал, и с возможностью, опять же, прикоснуться. Не все же могут приехать в Лавру там или куда-то, допустим, на Афон, где есть мощь Георгия Победоносца. А вот так, когда приходит, есть возможность в каждом городе приложиться к мощам святого, помолиться у него, получить благословение. Это вообще для каждого, мне кажется, россиянина, для каждого христианина православного, это очень важное событие, которое на всю жизнь останется в сердце. А вы не помните, в каком году Россия приобрела эти мощи, или как бы появились они в России? В 2004, по-моему, году? По-моему, где-то в начале, да. В 2004, да. По-моему, с Афона как раз чистится мощи была передана. Сейчас второй Сергий Лаврий хранится. Многие считают Георгия Победоносца вымышленным персонажем, но на самом деле никто не знает, но он... На самом деле реальный человек, он жил в 300-м примерно... В начале 4 века, в 300-м году... Император Диоклетиан. Диоклетиан, да. Так что насчет вымышленности тут можно очень поспорить. Привыкли видеть его, что он убивает змея, и такой как бы мифический персонаж. На самом деле это реальный человек, который жил реально, помогал. Конечно. Ну и сегодня и Федор Ушаков у нас день, покровитель русского флота. Интересно, получается, воин к воину удивительно приехал. И очень радостно, что сегодня с утра идут люди с утренней службы. В 7:30 уже начался колокольный звон. Очень много северодвинцев посетило сегодня храм Божий. Больше 1000 уже человек прошло сегодня. Ну вот сейчас это мероприятие здесь, в этом храме, будет до 15 часов. А потом поедут... В Кафедральном соборе города Архангельска. Архангельский Кафедральный собор. Надо приложиться. Ну, всем хорошего дня. Сегодня, милости Божией, наш город посетили мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Наш военный город нуждается в такой духовной поддержке. К сожалению, не было видно военных на божественной литургии. И сегодня мы видим, что идут одни гражданские, когда сегодня идут военные действия на Украине. Конечно, мы нуждаемся в духовной поддержке святых воинов. Один из них – великомученик Георгий Победоносец, который жил в языческие времена, во времена императора Диоклетиана, когда христиане тайком молились у себя дома или в катакомбах. Святой великомученик видел, как христиан казнили на площадях, и не мог молчать. Этот воин подготовился заранее к своей кончине, раздал свое имение, распустил рабов. Придя к Диоклетиану, он смело сказал, что я христианин. Сначала его уговорами вещевали, чтобы принести жертву языческим богам. Получив отказ,
святого Георгия долго истязали, видя, что это не приносит никаких плодов. Святого великомученика обезглавили. Голова святого мученика находилась в Риме. Закончилась жизнь святого в 303 году в городе Никея. И совсем прошло немного времени, и все-таки христианская вера стала официальной верой. И никто уже не прятался, никого не казнили, и христианская вера не стала гонимой. Сегодня мы возносим святому мученику молитвы, прося скорейшей победы и окончания военных действий на Украине. Помогай нам Господь и святой великомученик Георгий Победоносец. Спасибо большое, отец Анатолий. Спасибо.